Я помню, как мы приехали в этот город еще студентами. Уже тогда Ставрополь поражал нас тем, что буквально утопает в зелени. И, как и тогда, мы продолжаем прогуливаться по его улочкам, но уже одной семьей. Мы менялись, менялся город, места закрывались, забывались, но одна главная и любимая локация всегда оставалась с нами. Это наш Парк Победы, туристический центр Ставрополья. Ставрополь – город сравнительно небольшой. Постоянно здесь живет около 500 тысяч человек. И в жизни каждого ставропольца, нашей жизни, парк играет особенную роль. В юго-западном районе Ставрополя на 200 гектарах раскинулся этот волшебный край. Сюда приходят не только местные жители. Парк привлекает туристов из других республик, краев и областей России. В нем есть все, за что мы любим путешествия. Новые впечатления, захватывающие развлечения, вкусная еда и невероятная природа, бережно поддерживаемая руками человека. Стоит сделать буквально несколько шагов в сторону от ухоженных аллей, и мы оказываемся в природно-ландшафтной зоне среди густых деревьев и сочной зелени. В этом есть своя особенная магия. В теплый сезон цветущие растения гармонично сменяют друг друга, формируют единый красочный ковер. За парком внимательно следят, регулярно высаживают новые деревья, сохраняя красоту для пешеходов. Те, кому повезло жить рядом, часто специально прокладывают маршрут через эту локацию. Я и сама добираюсь до работы пешком местными тропинками. И иногда моими спутниками становятся симпатичные белочки или юркие птицы. Они чувствуют себя здесь очень комфортно. В тени деревьев уютно гулять по дорожкам, их около 40. Есть куда пойти. На главных аллеях можно не спешить. По центру рядом с фонтанами разбиты яркие цветники, которыми не налюбоваться. Кажется, различных клумб в парке не меньше, чем во всем городе. Кругом всегда чисто. Команда по клинингу строго за этим следит и для наведения порядка пользуется оборудованием российского и иностранного производства. Это идеальный уголок, чтобы пройтись с детьми и познакомить их с природой. И я не переживаю за нашу безопасность. На территории работает охранное агентство, установлено более 200 видеокамер, есть единый центр видеонаблюдения и больше 10 постов охраны. Это еще и спокойное место для занятий спортом. На пробежке вдыхаешь кубометры свежего воздуха. Только размяться нужно не забыть. Для этого в парке есть десяток спортивных площадок с тренажерами. Недорого можно взять на прокат велосипед, ролики или самокат. И погонять всей семьей. Среди игр популярен футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон. Для каждого из 50 видов спорта есть своя благоустроенная площадка. А еще аэродинамическая труба. Веревочный парк. И картодром, от поездок на котором захватывает дух. Все для самых смелых и отчаянных. О, это же новый аттракцион! О, oui, italien, il y en a quelques-uns comme ça en Russie. Ben, il faut l'essayer. Да, все же самое крутое – это аттракционы отечественного и зарубежного производства. Их в парке больше сотни. Мы с детьми обожаем на них кататься и соревноваться. Есть такие, перед которыми даже мне, взрослому мужчине, бывает слегка тревожно. Однако, подходя поближе, я вижу – все надежно. К вопросам безопасности здесь подходят серьезно и ответственно. Все оборудование проходит специальную и регулярную техническую проверку от Краснодарского центра по безопасности аттракционов. И хотя головой я понимаю, мне ничего не грозит, но на высоких скоростях сердце все равно убегает в пятки. Но это тебе больше нравятся экстримы и острые ощущения. Я за спокойные карусели и умеренные впечатления. Для меня в парке тоже много интересного. Сказочно выглядит карусель в самом его центре.
А какие волшебные фотки получаются для соцсетей. И, конечно, колесо обозрения. Когда поднимаешься над кронами и видишь наше Ставропольское зеленое море, как на ладони, ух, это дорогого стоит. А зоопарк? Тут можно посмотреть на зверей и покормить их. Ухоженный вид и недавно появившиеся детеныши говорят о том, что животные здесь как дома. И даже это еще не все. В парке располагается настоящий конно-спортивный клуб. На его ипподроме можно научиться кататься на лошадях и пообщаться с этими грациозными созданиями. А на конкурных полях Парка Победы регулярно проводятся городские, краевые и федеральные соревнования по конкуру и выездке. Слушай, я только сейчас задумался, как много мы еще не успели перечислить. Динопарк, аквапарк с водными горками и термальным комплексом, батутный парк, десятки детских площадок по всей территории, паровозик, курсирующий по маршруту, пейнтбольный клуб, стритбол, зимний ледовый каток, катание на санях, с горок, на лыжах. И мероприятия разного масштаба для всех возрастов. И концерты. Больше 500 в год. Почти по 2 в день. Потому что парк работает без выходных. От такого потока мыслей я даже немного проголодался. Зайдем в ресторан? Только в какой из 20? Или в кафе? Одно из десятка. А может, купим блин с начинкой в павильоне или мороженое? Выбирать среди такого разнообразия каждый раз непросто. Но все же наш парк — это не просто место для развлечений и отдыха. Это еще и важный символ. В 1980 году парк культуры и отдыха переименован в Парк Победы. А через несколько лет сотрудниками на его территории была создана патриотическая зона. Высажена и обустроена аллея вечной славы с военной техникой и мемориалами, напоминающими о главном подвиге наших предков. Да, о героическом прошлом помнить необходимо, но не менее важно думать о будущем. Именно поэтому Парк Победы помогает в развитии социальной сферы города, предоставляет бесплатные билеты на посещение зоопарка и аттракционов детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам и инвалидам, создает условия для безбарьерной среды, чтобы каждому посетителю было удобно. Кстати, уже на протяжении десятка лет 2% выручки парка отправляется на благотворительность. Сюда приятно возвращаться еще и потому, что люди, работающие здесь, делают это с душой, отдаваясь занятию всем сердцем. Строители и озеленители, администраторы и охранники, электрики и операторы аттракционов, работники благоустройства и менеджеры — все они каждый день трудятся, чтобы Ставрополь гордился своим парком. За все это мы любим наш Парк Победы. Главный для города — и лучший для нас.